Що таке веснянки? Чи відносяться пігментні плями, які з'являються влітку, до веснянок? Есть такое общесобирательное понятие, как дисхромия. Это нарушение пигментации на коже, общее. Веснушки, или по-другому еще их называют эфелиды, это наследственное заболевание, если его можно так назвать, такая наследственная особенность. То, что проявляется уже исходя из наличия или отсутствия солнечного излучения, это называется солнечная лентига. Поэтому люди, у которых 12 месяцев в году есть какая-то пигментация на лице, это люди с так называемыми веснушками. А люди, у которых это проявляется уже на фоне влияния солнечного излучения, это уже люди с такой особенностью, как солнечная лентига. В принципе, наличие вот такой вот особенности в окраске кожи может проявляться у разных людей. Может проявляться и в молодом возрасте, допустим, на фоне гормонального сбоя у женщин, или во время беременности, или у более взрослых женщин во время климактерического периода. Может также появиться на увядающей коже, потому что там кожа уже более активно накапливает меланін в некоторих містах. Чи можуть веснянки та сонячне лентіго перетворитися на злоякісну пухлину? Ні сонячна лентіга, ні веснушки не є злокачественними процесами і не мають в собі способності малігнізуватися в дальнейшем. Тобто перерождаться в какую-нибудь злокачественную опухоль. Но на фоне солнечного лентига или же на фоне вот какой-либо пигментации на лице, на плечах, на участках тела, которые активно подвергаются солнечному излучению, там могут на их фоне прятаться уже злокачественные заболевания, которые могут маскироваться под вид, допустим, солнечного лентига. Чи можна позбавитися від веснянок та сонячного лентіго? Сам пигмент, допустим, при солнечном лентиго находится очень глубоко, вплоть до базального слоя эпидермиса. Поэтому избавиться от него довольно-таки трудно. На это понадобится не один сезон, осенний-зимний, для того, чтобы избавиться хотя бы на 50% от данной особенности. Но активно используют как аппаратные методики, допустим, фраксельное удаление, лазерные шлифовки, пилинги. Крема вряд ли в этом плане смогут чем-нибудь помочь, но всякие аппаратные, химические, косметологические процедуры могут улучшить ситуацию, но не до конца. Веснушки проявят себя снова, поэтому, в принципе, бороться с ними не имеет смысла. Как защитить шкуру от солнечной активности? Защититься можно только применяя солнцезащитные крема с высоким фактором защиты 50+. В моменты активного солнца, то есть это весна поздняя и все лето, и где-то половина осени. Все остальное время это хотя бы, чтобы фактор защиты был 15-30. И зимой, и осенью при выходе на улицу нужно обязательно использовать солнцезащитный крем поверх своего увлажняющего или какого-то другого, или только его. Но это должен быть завершающий этап в нанесении чего-либо перед выходом на улицу. Стоит отменить косметологические процедуры, направленные как раз-таки на химическое воздействие, то есть это всякого рода пилинги, абсолютно любые. Отменить также аппаратные процедуры, которые направлены на шлифовку кожи, на отслоение какого-то рогового слоя или не только рогового, а немножечко глубже. Все это стоит исключить на момент активного солнца. Чи можна отримати засмагу в солярії замість поїздки на пляж? Мої рекомендації – не посещати солярій. Он опасен, особенно не всегда мы можем увидеть, допустим, образования какие-то пигментные, меланоцитарные. Не всегда мы их можем заметить, допустим, на спине или на каких-то других участках кожи. И влияние солярия намного более серьезное и весомое, нежели влияние ультрафиолетового излучения в естественной среде. Поэтому в этом это не имеет никакого смысла, и лучше этого не делать. Это гораздо опаснее, чем просто походить по солнцу.